Законы не умеете принимать. Пустые законы принимаете. Эти законы не действуют в стране. Потому что нету, здесь должны сидеть землевладельцы, фабриканты, собственники, те, кто строил дороги, кто знает, кто умеет. А вы ничего не умеете. Ни вы, депутаты, ни эти министры. Вы все временщики. Вас уже посадить в один автобус и Москва-Владивосток гнать без остановок. Без остановок. Я внук фабриканта, я все умею. Дайте мне бюджет Госдумы, и за 3 месяца будут приняты все законы. За 3 месяца я приму все законы. А вы можете отдыхать и сплетничать где угодно. А вы еще 20 лет будете принимать и ничего не примете. За, коллеги, за. И вот только нажимают на кнопки. И все впустую. За. А дорог нету. За. А денег нету. За. Сельского хозяйства нету. Вот это вот все так с вами, потому что вы еще мешаете нам. С ними мы 70 лет сидели. Тоже ни черта не сделали за 70 лет.